Всем привет! Сегодня очередные посылочки из Китая. Три штучки. Такие вот пакетики. Небольшие. Давайте начнем вот с этого. Здесь должна быть какая-то расческа. Посмотрим, так она или нет. Да, расческа. Вроде бы должна была быть черного цвета. Приехала розовая какая-то. Щетина тут какая-то особенная. Ну вот подстрижена неровно. Тут больше, тут меньше, выше, ниже. Посмотрим, как она, конечно, будет чесать. Но штука вот такая вот, именно парикмахерская. Дальше, вот такой вот маленький. Здесь что тут у нас должно быть? Здесь должны быть какие-то часы. Вроде бы часы. Китайцы замотали нормально так, чтобы все доехало. Да, это часы. Ну, на фотке они были более мятного цвета, такого, более светлого. Тут какие-то зеленые. Приехали больше зелени. Часы сделаны аккуратно, написано Женева. Ремешок, ну, кожзам, клеенка такая. Вот, не знаю, насколько его хватит. Выглядит аккуратно, довольно качественные края сделаны, нигде ничего такого нет, не поцарапанные, что странно. И идут сразу. То есть уже китаец включил за нас. Ну, хорошие часы. Ссылочка будет в описании на часики. Это мы отставим. Так, еще одна посылка. Здесь я не знаю, что. Здесь может быть еще одна какая-то расческа. Может быть и нет. Надо смотреть. Это набор невидимок, набор заколок. Приехал. Сколько-то там их штук должно быть? 10 или 12. Посчитаем. Давайте достанем одну штучку. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Да, 12. Ну, такая вот обычная черная заколочка. Временно прищепывать волосы, когда делаешь укладку или прическу. Все. На этом посылочки сегодня закончились. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рекомендуйте друзьям. До новых встреч. Пока.